Dimmi. No, primi pa cuses. Закрывается этими кожаными ремнями. Да что ж, глянь. Неисправный короткопередачный двигатель, и нужно менять весь салон.
давний поклонник этой модели. Не вся лицензия за работу. И начинать надо с выхлопа. Откуда сиденье, который произвел такой эффект, когда Майк на ней приехал? Значит, прежде всего заглянем по трапу. Сейчас выяснится, станет ли эта машина удачным вложением или дорогой ошибкой для меня и Майка. Я в Америке видел Ягуар, конечно, хотел себе взять, но я уже купил дома эту машину. Даже для не сильно пожелания является сильный выклад. Причина может быть возможно в поршневых кольцах, или повреждении головки цилиндра, или вовне других дорогих деталей. Но Майк убежден, что проблема в масляном сапоне картера двигателя. Каждый раз, когда поршень идет вниз в этом отличном рядном шестицилиндровом двигателе, то создается давление в картере. Эта часть двигателя там, внизу. Через весь картер давление передается к рингу. И вниз в поддон картера. Это защитное устройство, предназначенное для уловления отходов масла или дизель. Разобраться с перегревом, проверить все жидкости системы адаптивного управления. Это меня беспокоит. Пап, я чешу! Отправного клапана двигателя до поддона картера грязная и маслянистая. Если поддон полон, то трубка подачи тоже забита. Отработанное масло возвращается обратно в двигатель, естественно сгорает, и в результате появляется синий дым из выхлопа. Я снимаю передний корпус, который присоединен к трубке сапуна переднего картера, чтобы проверить передний фильтр. Под верхней крышкой сетчатый фильтр, тоже очень грязный. Светим фонарем и убеждаемся, что через него даже свет с трудом проходит. А каково приходится газом под давлением в картере? Через фильтр, трубку и в резервуар пути нет. И вот приходится прокладывать путь через маслосъемные и поршневые кольца в цилиндры, где все сгорает. Вот откуда клубы синего дыма при газовании. Возможно, Майк прав. И вопрос в том, поможет ли хорошая очистка решить проблему. Будем надеяться на это, иначе это влетит нам в копеечку. Это устройство называется очиститель. Зачем выбрасывать детали, если их можно очистить, особенно в таких старых моделях? Можно просто не найти замену. С помощью чистки вы спасете не только свои деньги, но и окружающую среду. Очищающие вещества направляются на... Очищающиеся вещества очень сохраняют окружающую среду. Хорошо также оставить детали и чистящие средства на ночь. Это традиционный способ, который всегда помогает. Теперь все чисто, совсем как новое. И если подсветить фонарем через фильтр, можно убедиться, что его хватит на многие тысячи километров. Смотрите, какая красота. Заменяем фильтр в переднем картере и возвращаем на место верхнюю крышку. Старый вентиляционный шланг тоже не годится. Он тоже, скорее всего, забит разной дрянью. Придется его убрать. Я снял приемный резервуар и вылил его содержимое в контейнер для отходов. Только полюбуйтесь, что там было. Поддон картера очищен. Он был грязный, а это нужная нам трубка на замену. Точная копия оригинала.
Тоже не захотелось. Найти приличную замену тоже не так просто, как я думал. Но на складе у Тиви можно найти все. Есть кто? Привет. Айен? Он самый Айен. Очень рад, я вам звонил. Мне нужны запчасти для Ягуара. Но... Так, смотрю, для классики у тебя выбор небольшой. Не особенно, в основном с 95 по 8 годы выпуска. Но мне нужны запчасти MR2. Пойдемте. Торговля в одежде. Кинаторы. Новый сезон. В среду на Discovery Channel. Больше идей. Мы не облажаемся. Мы победим. Больше проектов. Больше проблем. О, да. Не подходит? Больше восторга. Да. Команда братьев Дизель разгоняет бизнес до максимума. Вы такого никогда не видели. Мы хотели сказать максимально. Новый сезон. В среду на Discovery Channel. Мы жили в местах, которые уже никогда не будут дикими. Мы брали только то, что... Вероятно, скоро яма потеряет и этот подвиг больших кошек. Это кто такой? Ягуар. А я знаю, что слушала? Что на самом деле эти самые ягуары погибают не от нашего вмешательства. А у них есть, значит... А? И нет климата. Знаешь, от чего? Это самое... У них, значит, из-за того, что самка имеет право испариваться во время фертильного периода с разными самцами, но это именно у них, у гепардов, не у всех хищников. Потом хищники, ну, то есть самцы не знают, чей ребенок. И они убивают маленьких детей, если подозревают, ну, маленьких детенышей, если подозревают, что это не их этим самым. И поэтому численность их не растет. Представляешь? Не надо расти, зачем? Не, ну, они же все время говорят, что они исчезнут скоро как вид. Да, ну, где-нибудь там чуть-чуть добавят. Только убедитесь, что умеете кататься и избегаете деревьев. А мне повезло. Барселон считается одним из самых удобных для велосипедистов городов. Это просто обязывает исследовать город на тандеме. Прогулка на велосипеде – это веселый и легкий способ полюбоваться потрясающими видами. Главное, видите, что мы с партнером в идеальной гармонии. Жемчужина Британской империи. Эпицентр английской жизни. Обитель самых плотных и вкусных. Навевает детские воспоминания. Напоминает о доме, о воскресных днях, проведенных семьей. Эволюция еды представляет вековую историю. Я не хочу, чтобы все было одинаково, будто бы сделанным машиной. Давние семейные традиции. Не хуже, чем мамина жаркое. А оно особенное. Уникальные блюда стали неотъемлемой чертой города. Ради легендарных лакомств многие приезжают с другого конца света. Это показатель мест. А у домашней готовки? Лучше я ничего не ела. Очень вкусно. Я Эндрю Тимен. В Лондоне мы начинаем очередное гастрономическое путешествие. Очередную рекламную акцию. Необычная еда. Гастрономические путешествия. Лондон поистине королевский город. Так, шажать захочется. Не жать, а есть. Не, есть. Я хотела еще вчера, а сейчас я хочу жать. А я уже давно хочу съесть одну печеньку. Давно. Ты уже съел печеньку? Еще. Да.
Признавайся. Ну тайна, ты ж хочешь больше? Сума картина из Юрлера, Сумаки и Люби, и сотни. Это «Игра престолов». Я ничего не потеряю, я поняла. Правда жизни. Да. Все думают, ну вот это же уже центральный, его ж нельзя. Махни его. Да я видел, что в 8 сезоне... А ты что, читал его или что? Нет. В 8 сезоне вот эта вот девочка, которую шпагу подарили, которая некрасивая, вот она еще жива. И вот эта подруга со светлыми волосами, Таргариена, по-моему, жена короля, тоже еще живая. Она что, подлюка? Ну она там коварная, она там все. А остальные, наверное, все умерли. Ну, может, не все. Кто-то остался еще. Ну, эти две я еще видел, что все еще живые. Подлюка? Ага. И король пока еще живой. А, она его убьет. Простите, ваша милость. Не знаю. Я бы встал дома. Вы знаете, что сотворила ваша жена? Она лишь выполняла мое распоряжение. От нее такого никто не ожидал. Вы посмели тронуть мою
судьбу? Десница короля. Бывший десница короля. Вы обязан поддерживать порядок. И вы ответите за свои... ну заткнитесь оба. Йома, извините. Кейтлин отпустит Тириона, а ты помиришься с Джейме. Он перебил моих людей. Лорд Старк пьяным возвращался из борделя, и его люди напали на Джейме. Тихо, женщина. Джейме бежал из города. Ты прикажи мне доставить его на суд. Я принимала тебя за короля. Придержи язык. Он напал на моего брата и похитил второго. Это я должна носить броню, а ты платье. Буду носить его как знак чести. Ударил ее, да, или что? Только носи молча, или награжу еще. Видишь, что она со мной делает? Любящая жёнушка. Не стоило ее бить. Это было не по-королевски. Если бездействовать, начнется война. Вот ты прикажи своей жене вернуть засранца беса в королевскую гавань. Она повеселилась, но пора заканчивать. Слышишь, пошли ворны и покончим с этим. Покажи жену за карлика. А кто? Кто вызвался за карлика? На улице дождь. О чем я говорил? Раньше было проще. Да, было. Ты слишком молод, чтобы помнить. Ведь было же проще, Селми. Было, ваша милость. Враг не таился. Он был само зло. И сам напрашивался на бой. Не то, что сейчас. Так возбуждает? Возбуждает, да. Конечно, не так возбуждает, как твои вечные балы и маскарады. Уже ищу этот синоним в интернете, а не нашла ни одного. Какой? Ну, хоть одну девку из личных земель. Скажи, мы тебе поможем. Бледнеть. Бледнеть? Я бы запомнил. Белеть. А я говорю, опять секунду назад, ты сказала нет. Я вообще не слышала, вы цветать еще. Ну я ж не знала для чего ты. Я думала, ты вообще. Когда безумный король казнил женщин и детей по воле голосов в его башке. Или еще раньше, когда драконы сжигали города. Тише, мальчик. Ты мой брат, но ты говоришь с королем. Да, тоже мне геройство. Напиться, брызгать трахнуть шлюху из личных земель ради восьмого очка. Еще ли на вашей милости? В личных землях они сожгли почти все. Наши поля, наши амбары и дома. Они насиловали наших женщин. Снова и снова. А когда им надоело, перебили их, словно скот. Они окунали наших детей в смолу и бросали в огонь. Вероятные разбойники. Это были не воры. Они ничего не украли. Даже кое-что оставили, ваша милость. Ты говоришь не с королем, а с его десницей. Король на охоте. Рыба с гербом Макали. С дома вашей жены, милорд Десницы. У этих людей был герб
это тот чувак, помнишь, который лошадь разбудил? Один удар. Звучит очень знакомо. Да. Вы описываете сира Грегора Клигана? Зачем сиру Грегору разбойничать? Он помазанный рыцарь. А его называют бешеным псом Тайвином Ланнистером. Думаю, вы слышали? Может быть, у Ланнистеров есть серьезный повод злиться на вашу жену? Но приказ Ланнистеров напасть на деревню под защитой короля, это, я думаю... Такая же наглость, как их нападение на десницу короля на улицах столицы. Ну... Я не могу вернуть вам дома, а убитым жизни. Но я вправе явить правосудие именем нашего короля Роберта. Лорд Берик Дандарин. Поручаю вам командование. Возьмите сотню человек и скачите в его крепость. Так прикажете. Именем Роберта Баратеона, провозглашенного первым, короля андалов и первых людей, владыки семи королевств и хранителя государства, приказываю вам явить правосудие неверному рыцарю Грегору Клигану и его соучастникам. Я обвиняю его и осуждаю. Я лишаю его всех чинов и титулов, всех земель и владений, и приговариваю к смерти. Это суровое решение. Было бы лучше дождаться короля. Великий мистер Пиццель. Милорд. Пошлите ворона на утес Кастерли. Призовите Тайвина Ланнистера к ответу за поступки его вассала. Если он не прибудет через 2 недели, быть ему врагом королевства и изменником. За хвост. Тайвин Ланнистер – богатейший человек в семи королевствах. В войнах побеждает золото, а не солдаты. Почему же королем стал Роберт, а не Тайвин Ланнистер? Слышишь, какой дождь? Начинайте! Атакуйте! Нападайте, Сервантес! Стой и сражайся, трус! Правда? У тебя еще были сомнения? Да, вообще. Ну, идешь в ливень. Ну, пойди на кухню. Вот, на улице сильный ливень. Отсылаю вас ради безопасности. А можно Сирио с нами?
камень. Кому волнует твой учитель танцев? Я не могу ехать. Я выхожу за Джовки. Я люблю его. Я стану его королевой и рожу его детей. Седьмое пекло. Когда ты вырастешь, я найду тебе достойного супруга. Он будет храбрым, нежным и сильным. Мой муж, он мне храбрый, нежный и сильный. Только он один. Мне даже не люблю. Золотым львом. И я подарю ему светловолосых сыновей. Его герб не лев, дура. А олень, как у его отца. Нет, он не похож на этого пьяницу короля. Ступайте, девочки. Найдите Сету и собирайтесь. Подожди. Пошли. Ну так нечестно. Она догадалась, что он не ее. Мама и двойной Ланнистер. Да. И мама, и папа Ланнистер. Лорд Пойс Баратеон, волосы темные. Аксель Баратеон, волосы темные. Лена Баратеон, волосы темные. Стефан Баратеон, волосы темные. А, вот это он типа выясняет, что этот незаконный этот, ну, в смысле, несколько короля. Роберт Баратеон, волосы темные. Джоффри Баратеон, волосы светлые. Он не знает. Не, ну там вроде показывали, что он не помнит. Папа, это для тебя фильм. Он хочет возбудить тебя, хрупкая шлюха. Тебе начинает нравиться. Он хочет тебе верить. Он в восторге от своего члена с тех пор, как повзрослел. А ты? Он знает, что он лучше остальных. Он всегда знал это, но теперь он уверен. Он так хорош. Он затронул твои самые утренние струны, о которых никто не догадывается. Что он говорит? Может, присоединитесь к нам, Милор?
очень часто убивает. Наверное, она очень красивая. Нет, не очень. Но родословная ли женщина? А я думала, Милорд влюблен. Уже много лет. Почти всю жизнь. Поиграй с ее попкой. Она тоже любила меня. Я был ее наперсником. Ее игрушкой. Она могла рассказать мне обо всем на свете. Что она говорила мне о лошадях, которые ей нравятся. О замке, в котором хотела жить. О мужчине, за которого хотела выйти. Северянине. С челюстью, как наковальня. Я вызвал его на дуэль. А что? Я же читал сказки. А в сказках маленький герой всегда побеждает большого злодея. В конечном счете, она даже не дала ему убить меня. Он еще мальчик, сказала она. Так что не делай ему больно. Он оставил мне шрам на памяти, и они уехали. И она еще замужем? О, нет. Его убили еще до свадьбы. Ее мужем стал его брат, и еще более любопытный экземпляр. Чей боюсь, она его любит. А почему бы и нет? Кто может с ним сравниться, с ним так? Хорошо. Знаешь, чему меня научила та дуэль? А я понял, что мне не победить. А только не так. Это их игра. Их правила. Я не стану с ними сражаться. Я просто поимею их всех. Это я умею. Это по мне. Только признав, кто мы есть, мы получим, чего хотим. Чего же вы хотите? О, всего, моя милая. Всего на свете. А теперь ступайте мыться. Вам вечером работать. Я пробрался сюда. Папа тебя не пускал? Почему? Я не знаю почему. Кто? Настя звонила, чтобы ты меня забрал. В моих краях преступников не щадят. Если бы ты стал сына лорда у нас, то во время отлива тебя бы уложили на берег и приковали твои руки и ноги к столбам. Море подступало то к тебе все время. Я даже увидел, что видно, как твоя смерть выползает к тебе дюйм за дюймом. Да, ты совершенно смотришься в голову. С железных островов. А недалеко? Ты никогда о них не слышала? Мама, вы так и не написали, что математику в тетрадь. Не знаю, не смотрел. А то я не помню, чтобы это... Вайс. Честное слово, важно не отравлено. Никто никогда не верит ярлыкам. Не все сразу, милорд. А вы видите остальное? И в этих камерах нередко умирают от жажды. Что с моими матерями? Эта большая, кажется, сбежала. Даже мои пташки ее потеряли. Но Санса? Все еще невеста Джоффри. Серсея не отпустит ее, но остальные ваши люди мертвы, к моему сожалению. Я не выношу вида крови. Мы просто стояли и наблюдали за помощью. А я поступил бы так снова. Я был без оружия и доспехов. Вокруг были люди Ланнистеров. Разве я похож на героя? Вот что за безумие заставило вас сказать королеве, что вы знаете правду? Без собственного сердца. Чтобы она могла спасти детей. А, детей. Страдают всегда невинные.
Ваше что? Ваше милосердие. Тот сказал ей, она сказала своему врачу. Как это твой ее брат? Да мне тот брат, к сожалению. И он уже не в плену. Ваша жена позволила Иисусу сказать здесь. Если это правда, убейте меня и дело с концом. Но не сегодня, милорд. Все скажите мне, Варис. Кому вы на самом деле служите? Государству, милорд. Сам тоже должен. Yeah.